Как у большинства спортсменов, здесь все начинается с разминки. Тренируют все мышцы, ведь им предстоит стрелять, бегать и придумывать собственные тактические ходы. Мастерство оценивают по трем составляющим – точность, скорость, мощность. Ульяна Шикина – одна из самых юных участниц мастер-класса. Уже ставит себе цель попасть на чемпионат мира в Сочи. Девочка уже знает самые важные качества для стрелка. Стрелять, бегать и еще придумывать свой гейм-план – очень интересно. Ну, мне кажется, этот спорт отличается от других. Вместе с тренерами сборных России мастер-класс проводят два действующих спортсмена. Один из них – мастер спорта Александр Тарасов. Он уже трижды выигрывал первенство страны. Сегодня стрелок поделится своими секретами со многими тренерами. Наши тренера, они же больше по технике, да, там, по технике движения, там, как правильно стрелять, вот на случай, да, а вот как именно конкретно с оружием работать, как оно разбирается, какие нюансы у него, это все должен знать сам стрелок. И здесь мы для того, чтобы, так скажем, тренерам объяснить, как работать. В практической стрельбе турниры состоят из нескольких отдельных упражнений. Их спортсмены проходят последовательно от одного к другому. Каждое задание моделирует потенциальную ситуацию возможного использования огнестрельного оружия. По структуре различают короткие, средние и длинные упражнения, отличающихся между собой максимально возможным количеством зачетных выстрелов. Сегодня в Иркутске работают и тренеры сборной России. Они также присматривают потенциальных кандидатов в национальную команду. Мы приехали сюда поделиться самыми современными, самыми рабочими методиками ведущих клубов страны. То есть теми методиками, по которым тренируются наши чемпионы. Чтобы ребята здесь с местных регионов понимали, в каком направлении нужно работать, помочь им в этом плане. Уже скоро состоится первенство страны по практической стрельбе. Но главное событие для любителей этого вида спорта будет в Сочи в 2023 году. Там пройдет второй в истории чемпионат мира. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас.